просто тому, що інакше, напевно, не можна. Ну, ти розумієш, що людям потрібно щось, в тебе це є, і ти маєш можливість цим поділитися, тому потрібно цим ділитися. Страх был за все. Впервые у меня в жизни такое случилось. Я не могу об этом говорить без слез. Я когда начинаю вспоминание, я не могу. Я не знаю, что дальше будет. Сейчас как вот у обрыва. Это спасение вот этому острову, который дает нам какую-то надежду, какое-то внимание, заботится о нас. Если бы не они... Не знаю, что бы было, и как быть, и как жить. Я хочу домой, но я там уже невозможно. Там ни работы, ни обеспечения, ни денег нет. Никто не платит. Там вообще практически жить невозможно. Я не знаю, как там быть. Меня все время волнует этот вопрос. Но я хочу домой. Впечатление самый хороший. Город красивый, большой, люди хорошие. Помощь оказывается. Здесь оформили все пособия на детей. То есть никаких вопросов нет. А сейчас мы настроены только на одно. Надо искать работу, надо устраиваться, надо думать об обосновании. То есть только это, а больше ничего. Я испытываю счастье, когда я прихожу сюда. Я их рада видеть, в каком бы они ни были настроении, в каком состоянии они бы ни приехали. Они остались живы. Это самое главное. И я искренне радуюсь каждому новому человеку. Даже если этот человек сидит и плачет, или если этот человек агрессивно настроен, такие редко попадаются, я все равно рада. Я знаю, что его жизнь продолжается, жизнь его семьи продолжается. Все остальное мы найдем, добудем, придумаем, устроим.